мы от всей души вас поздравляем, дорогие медицинские работники, медицинские сестры, врачи. Вы у нас герои, мы вас любим. С профессиональным праздником медиков поздравил лидер движения общественной поддержки «Мы Мытища», депутат Мособлдумы от «Единой России» Вячеслав Фомичев. Свой профессиональный праздник врачи встречают на работе. Лично мой режим ненормированный. Прихожу утром, уйти могу и в ночи. И большая нагрузка, и пациенты, все сразу. Работу надо свою делать хорошо и любить ее. Детский клинический многопрофильный центр – единственное учреждение Московской области, где представлены все этапы оказания высококвалифицированной медицинской помощи – амбулаторной, стационарной, реабилитационной и санаторно-курортной. Ежегодно консультативное лечение здесь проходит около 100 тысяч детей. Амбулаторно лечится еще порядка 4 тысяч. Врачи делают все, чтобы маленьким пациентам здесь было комфортно. Вячеслав Фомичев вручил врачам благодарственные письма Московской области. Областной думы. Спасибо огромное Мособлдуме. Она по достоинству оценила старания наших медиков, которые внесли и продолжают вносить большой вклад в наше общее дело, поскольку именно нашим центром оказывается большой пул специализированной помощи. Цветы видим. Ну, самая лучшая благодарность – это выздоровление ребенка и его улыбка. С профессиональным праздником Вячеслав Фомичев поздравил и коллектив Мытищинской поликлиники номер 2. Он отметил успехи медиков в их работе. Трудовому коллективу медицинскому прям вот по-настоящему хочется пожелать терпения. Они проявили себя по-настоящему героями. В течение полутора лет уже бьются с этой заразой. И мы видим, что по-настоящему коллектив побеждает. Они труженики, они герои. Мы любим и поздравляем с профессиональным праздником, желаем беречь себя, свои семьи. Коллектив второй поликлиники насчитывает 480 сотрудников. Он охватывает 79 тысяч жителей городского округа Мытищи. Медучреждение основано в 1964 году. За эти годы увеличились мощности клиники, выросло количество персонала и помещений. Открываются новые отделения, закупается оборудование, благодаря чему поликлиника стала современным многопрофильным медицинским центром. Достижений, конечно, да, безусловно. Их бы, может быть, было бы и больше, но в этот период, который сложный у нас для ковида, безусловно, вся работа сейчас построена на быстрейшем, да, обслуживании пациентов и в поликлинике, и на дому, безусловно. Ну и, конечно же, основная – это вакцинация, которой мы занимаемся практически вот с января месяца. На сегодняшний день во второй поликлинике вакцинировалось более 14 тысяч жителей округа. И эта цифра растет с каждым днем. Врачи работают на передовой. Их труд невозможно переоценить. Я поздравляю всех медицинских работников, и докторов, и медсестер, и регистраторов, и санитарок, и массажистов. Все мы несем людям здоровье. Все они к нам приходят за помощью. Оказывайте ее, пожалуйста, квалифицированно, чтобы наши граждане, наши пациенты быстрее выздоравливали, возвращались к труду и жили дольше. Цветы, подарки и слова благодарности. Врачи, спасающие жизни, безусловно, их заслужили. Алла Сталаева, Андрей Латынцев, Константин Химичев, Олег Степанов. Первый Мытищинский.